шаруха, раздаем водичку. Серьезно. Это не шутка. Мы сегодня раздаем воду и стол. Палящее солнце, безветренность и духота. Сотрудники госавтоинспекции проводят акцию «Забота о водителях». Раздают автолюбителям воду, а заодно и листовки с правилами дорожного движения. Во-первых, когда за рулем, телефоном не пользуемся, да? Вот. И водичку. В Подмосковье установилась сильная жара. В ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха до плюс 32 градусов. В такую погоду рекомендуется быть осторожными на улице, избегать перегрева, пить больше воды и носить головной убор. По данным синоптиков, июль начнется уже с аномальной жары. Столбики термометров могут подняться до 34 градусов. Лада Дудко, Евгения Демина, телекомпания «Одинцова».